Строительные рынки Шымкента переедут на окраину города. Это часть программы по благоустройству мегаполиса, инициированной местными властями. Для этого чиновники выбрали 5 специальных мест. Одно из них расположено в микрорайоне Антымак. Здесь администрация выделила 77 гектаров земли. Созданы условия для предпринимателей. Разъяснительная работа с бизнесменами уже началась. По словам чиновников, летом количество грузовиков, перевозящих стройматериалы, увеличивается. Из-за этого возникают пробки и разрушается дорожное покрытие. В Абайском районе Шымкента есть 22 предприятия по производству гравия и песка. Есть предприниматели, которые продают древесину. Около 30 граждан принимают черный металл в частных домах. Улица Алпспаева была буквально завалена железом. С бывшего свинцового завода тоже привозят металл. С предпринимателями была проведена беседа полгода назад, чтобы они готовились к переезду. Теперь по дорогам Шымкента можно перевозить стройматериалы автотранспортом массой не более 8 тонн. Однако предприниматели говорят, что это может привести к удорожанию товаров. И они обеспокоены тем, что это приведет к стагнации торговли. Песок в Шымкент привозят из Арыси, а гравий в город привозим из Карамурта. Это очень выгодно. Пока мы привезем в город товар, цена увеличивается на 1000 тенге. Сейчас доставка товара будет дороже, если привозить его в Шымкент. Это невыгодно покупателям, если мы будем работать так. Бизнесмены даже обратились к акиму Шымкента со своими пожеланиями. Вчера мы пошли к акиму Шымкента и представили наше предложение. Мол, давайте мы благоустроим те места, где мы сейчас работаем. Мы хотим возить товар из города в город и хранить его на складе. Он ответил, что есть над чем подумать. Однако ответственные лица настаивают на том, что больших грузом в городе не место. Мы уже начали штрафовать. Ездить многотонным машинам с перегрузом нельзя. Можно ездить в соответствии с установленными нормами. Предприниматели предупреждены о переезде строительных рынков еще с февраля месяца. Для них предусмотрена территория в микрорайонах Бузарык, Кызылсай, Курсай и Антымак. Кроме того, в районе индустриальной зоны Жулдыз выделено 29 гектаров земли.